О, Вануату, Юми, Юми, Юми. Я сразу вспоминается песня Куми, Куми. Вот такая загадочная страна Вануату. Хотите узнать больше? Пошерстите интернет. А мы сегодня начинаем школу маленького искателя в Маркус Ленде. Как всегда, много интересных вещей, и которых надо будет найти по 5 вот примет этим 10 ученикам. Посмотрим, кто же у нас сегодня учитель. Учитель. О, зашли в класс, а там Басветик учитель. Сегодня у нас школа Маркус Ленде. Вот. Так. Придут 10 учеников, которые буду искать по 5 предметов. Да-да, я привел опять этих гостей новых. Не забывайте, вы все игрушки. Вы все игрушки, как и я. Ну я плюшевая игрушка, вот. Так что сегодня будет много новых историй игрушек. Ну что, поехали. Питер Рэббит пришел. Так, ну давай начнем. Первое задание. Вот твои. Вупсинь-пупсинь, желтую бочку, медведя, листички для памяти, игра Тетрис, вупсинь и пупсинь. Так, кто это такие вообще? Гусеницы из мультфильма «Унтик». Пираты, слушай мою команду. Вот они, да. Палубу, поднять паруса, с якоря сниматься. Есть капитан! Так. Желтая бочка. Ну, кто тут бочку катит? Вот. Бочки катятся... Со звуком? О! Выключить эту бочку. На нервы давит. Медведя. Медведь. Есть ли тут где-нибудь медведь? Вот. Плюш. Плюшевый медведь. О, есть, да, вот он. Листочки для памяти, вот. Вот. Прочитай правильно. Листики для памяти. Минус 1 балл. Учись читать правильно. Вот. Так. Что ты там писать собираешься? Что-нибудь вам на память? Ну, посмотрим. Что-нибудь приятное, да? Toy Story. Ага. Ну да, это самый-самый крутой мультфильм. Не согласен. Заткнись там, мистер Incredible. Да, тебя не спрашивали. Игра Тетрис, вот. Так, о. Я не понял. Что? Ты что, во время урока собираешься играть в игру Тетрис? Вон из класса! Минус 1 балл. Нормально. Во время урока играют в Тетрис. Ну ладно. Скакал, поскакал отсюда. Люси из гадкого я прыгнула. Ну, девочка, вот твои задания. Надеюсь, Грю и остальные миньоны будут рады. Ну, посмотрим. Синяя машина, Баба Яга, 2023 год. Луна и высокая гора, полицейское авто. Какая тебе Баба Яга? Где тут написано Баба Яга? Баба Капа. Какая еще яга тут?
Минус один балл. Синяя машина. Кто вас учил читать? Миньоны. Эй, вы, игрушки. Вообще-то миньоны. Так. Все, синюю машину ищи. О, ладно, ладно, ладно. Синяя. Вот синяя машина. Баба Капа. Яга. Если пить молоко и есть творог, вырастешь большим и сильным. Молоко дает силы и укрепляет здоровье. Вот так. Слышали все? Пейте, дети, молоко. Будете здоровы. 2023 год. Вот. Где? Вон, у кассеты. Филлис. Ермикс. 2023. Уна и высокая гора. Вот. Где? Вот высокая гора. Высокая гора. И луна. О, какая луна. Полицейское авто. Вот он где. У нас. Полиция Латвии. Так, минус один балл. Четверка. Так. Нормально. Что ж, ученики? У одного тройка. У второго четверка. Надеюсь, я лучше буду читать. Ну, у тебя уже есть опыт. Флаг Латвия, зажигалка, Бэтмен-мобиль, футболист, корова два раза. Флаг Латвия. Вот. Латвия, Латвия. Зажигалка, вот. О, я еще и работаю. Круто. Отдай папе. И как раз для сигарет будет. Не дам, это моя зажигалка. Так. Бэтмен мобиль. Вот где синяя машина была. Ух ты, сереб, какой он. Золотой. Бэтмен мобиль. Футболист, вот. Так. Кто это у нас? Непонятно. Корова два раза. Первая корова, вот. Где? Вот. Ага. А вторая вот. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, тоска кончается, сейчас я упаду. Все хорошо, волк. Только это были бычки, а не коровы. Минус один балл. Коровы, бычоки, все обрезано. Минус один балл. Эх, ну ладно. Не буду тебя ругать. Нормально. Так как ты, Светик. Пока ни одной пятерки, но... Кто нибудь? Аид пришел. Не поставишь мне пятерку, я возьму тебя с собой в мир мертвых. Аид, я игрушка. Мне не ругайся ты там. Давай лучше ищи предметы. Страшила. Четыре красные кнопки. Баха. Кеннери Центрум. Телефон. Четыре красные кнопки. Первая красная кнопка. Вторая красная кнопка. Третья красная кнопка. Вот. Третья красная кнопка. Третья красная... Вот! Красная кнопка. Минус один балл. Да где же она? Третья. Я два нашел. Где третья? Попадешь ко мне в ад, если не подскажешь. Ну, ладно. Посчитай. На чем ты можешь посчитать? С цифрами. Да. Посчитать цифры. На чем ты можешь посчитать цифры? На... Вот они. Два, три, четыре. Ну вот. Какой ты тугодум. Издеваешься. Тебе гореть в аду. Баха. Вот Бах. Под музыку Баха. Кеннер и Центрум. Вот, калькулятор Центрум. И Кеннер светильник.
О, работает? Работает, о. Телефон. Вот. Это тебя звонят из ада, из мира мертвых. Перестань пугать. А, вот. Где? А. Ну, батарейки. А, где? А, а. Вот и первая. А. Вот она. А. Дурасель. Короче, тройка тебе. Отправляйся обратно в мир мертвых. Я буду ждать тебя. Да. Следующий снежный король из времени приключений пришел. А у вас тут есть принцессы? Принцессы, ну ладно, первое задание. Найди хоть одну принцессу. Тут есть у нас принцессы? Нет, тут только девочки. Вот принцесс. Принцесс да. София. София, нашел ты принцессу. Все. О, тогда все, тогда я остаюсь. Я готов даже выполнить задание. Море, озеро, письмо с сердечками, зеленое яйцо, салатовый спойлер, лошадка два раза, море и озеро. Вот. Море и озеро на карточке. Письмо с сердечками, вот. Зеленое яйцо, вот. Салатовый спойлер. Вот, у Ниндзяги. Где? У Ниндзяга спойлер. Какой спойлер? Где? Где он? У тебя салатовый. Вот. Минус один балл. Вот, у Мистери Машина спойлер. Вот это да, это спойлер и салатовый. Лошадка два раза. Это типа как единорог, да? Вот, ну, что-то оно похоже, да. Вот, первая лошадка и вторая. Я люблю свою лошадку. Причешу ей шерстку гладко. Гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. Да. О, ладно, я пошел. 4 балла тебе. А я лучше возьму единорога и прокачу принцессу Софию. Да. Кто-нибудь придет, нормальный ученик? Бишка Кока-Кола пришел. Ты еще бы и хлеба сюда притащил. Баранки, булочки. А то... А ну-ка, кола оставь. Ладно, оставляю. Но дай мне потом задание. Потом будешь пить. Ладно, вообще-то я маскот Кока-Колы. Ты же дал это задание. Это задание Снежного Короля было. Так, кто тут возникает? Минус 1 балл. Что? Я не трогал. Это оператор трогал, который снимает. Минус 1 балл, все. И перестанем разломать четвертую стену. 7, 8, 9 два раза. Зеленая гофра 2 штуки. Икс и Дагамба. 6-й элемент. Часы 2 раза. 7, 8, 9 два раза. Вот первый 7, 8, 9. Вот первые. На пульте. А второй? Зеленый. Бонус. Найдешь 3, 7, 8, 9. Сниму тебе балл. Вот у калькулятора. Ладно, снимаю балл. Зеленая гофра. 2 штуки. Первая. О. Потише нельзя. И вторая. Гофра у трэшпака. Да? Покажите нам гофру. Так она же салатовая. Ты что, дальтоник? Салатовый от зеленого не отличаешь? Минус 1 балл. Икс и Дагамба. Вот. Ага, 2 диска. Икс от Эда Ширана. О, покажи, что там. Эд Ширан, Икс. Первый раз такой диск вижу. Нормальное название. Диск, Икс.
Да, одни иксы. Сзади сам Эд Ширан. А, тут хоть Эд Ширан. Вау. И вот... Прикольно. Буклетик. Тоже буклетики. Вау. Тут... Песнями. Ага. Ну, круто. Да. Стильно. И до гамба. Алло. Да. Это что было? Да гамба тоже диск. Бах. Against the machine. Да гамба. Кто взял мои песни? Это моя музыка. Бойтесь. Да гамба вообще-то пародировали ваши песни. Так, шестой элемент. Шестой элемент. Sixth element. Шестой элемент. Где он у нас? Что это такое вообще? Ну, я думал, что ты поставил фильм «Шестой элемент» с Брюсом Уиллисом и Милой Йововичем. Вот он. Нашел сзади, где София была. Минус один балл. О, нашел, нашел. Сзади София. Где тут Брюс Уиллис? Где тут Мила Йовович? Ну, ой, это Уэсли Нилсон. Все, минус один балл. Часы. Ох. Часы два раза. Первые часы. Вот первые. И вторые часы. Ну, где же у нас вторые часы? Вторые часы. Где они? Вторые часы. Где они были? Вторые часы. Где они были? Так, вторые часы. Где? Ну, где? Нету. Второго часы. Второй. Вот. 16:27. Ну, часы. Вот, правильно. Вот. 16:27. Электронные часы. В мобильном телефоне. Да. Миша долго думал. Долго думал. 3 балла. Заметили? Сегодня еще ни одной пятерки. Задания такие легкие. Надеюсь, Сури не подведет. Ну, Майнкрафтер. Я в прошлый раз был на этом столике. Стоял. Ничего не двигался. Магниты в ряд. Два локомотива. Скотч, губная гармонь, колокольчик. Магниты в ряд. Вот они. Ух ты. Целая куча магнитов. Два локомотива. Первый локомотив. И второй на книжечке. Скотч, вот он. Губная гармония. Вот. Эл, вообще-то играю гармонии. Что, у тебя тут урок музыки? Это не играл, это Маркус играл гармошки. Минус один балл. Ну, это не я, это Маркус играл на гармошке. Колокольчик первый, вот он. Ура, ура, перемена! Круто! А ну-ка, на месте всем стоять, все. Урок продолжается, не кончился еще урок. Тебе минус один балл за смутьянство. А где еще второй колокольчик? Вот он. Ты не понял? Вон из класса! 2 балла! Пошел вон! Блогер. Блогер не умею. Надеюсь. О, и Razer пришел. О, говорящие объекты. Ну, это вообще... Игрушки, я понимаю, говорящие. Но объект это вообще... Мистика. Вивальди, самолет, мистер великолепный,
Кузнечик Кузя, телефонная будочка. Вивай. Какая будочка? Где ты видишь будочку? Будка. Так объекты говорят. Так, Вивальди. Вот Вивальди. Под музыку Вивальди. Самолет, вот. Самолет летит в Россию. Мистер Великолепный, вот он. Ну, наконец-то заметили меня, крутого. А то все бас да бас. Выключите этого мудилу. Не называй меня Дилой. Кузнечик Кузя. Вот он. Я? Кузнечик, меня Кузя зовут. Привет. Я Бас Лайтьер. Привет. Телефонная будка. Вот. О. Лондонская телефонная будка. Так, минус один балл. Был 4. Ну, еще 2. И 2 ученика. Надеюсь, хоть один из них получит 5. Бен Теннисон пришел. Супергерой Бен Теннисон. Ага. Наверняка ты не только супергерой, но и умный. И покажешь этим бестолочам, как надо учиться. А, Базойтер, ты не тот Дали. Чего? А, вот, вот. Вот так-то лучше. Проект А, рупор 2 раза. 2 зеленые машины, маяк и яхту. Белый дом. Проект А, вот. О, Джеки Чан в фильме «Проект А». Рупор 2 раза. Вот первый рупор. Это монстр, говорит. Это, наверное, из мира мертвых. Это, наверное, Аид вызывает. Аид, перестань вызывать. Так. 2 зеленые машины. Первая зеленая машина, вот. Где? Вот, мистическая корпорация. Считается... Это разве машина? Ну. Это фургон называется вообще-то. Вот первая зеленая машина. Есть. И вторая зеленая. Минус один балл. Вот она. Наконец-то вошел. Маяк и яхта. Вот, оба как раз стоят. Так, кто тут яхту опрокинул? Это Аиды, наверное, опрокинул яхту. О. Белый домик. Вот он, где маяк и яхта. 4 балла. Ну что ж, у нас остался последний ученик. Это Нео из Матрицы. Вся надежда на тебя, что хоть ты сумеешь достать 5 баллов, а то все эти бестолочи, волк набрал тут, не знаю кого. Надеюсь, Тринити и Морфеус за меня рады будут. Гладиатор, Лунтик 3 раза, Лего Ниндзяго 2 раза, Стив из Майнкрафт, Желтый фургон. Гладиатор, вот. О, великий Рассел Кроу. Это тоже DVD. Да, ого, круто. Супер. Вау, просто идеальный диск. Супер оригинальный диск. Гладиатор. Лунтик 3 раза. Первый лунтик. О, на книжечке. Есть лунтик. Второй лунтик. Здравствуй, меня зовут Лунтик. И третий лунтик. Интересно, кто же я? Я зайчик,
Так, что тут такое вообще? Ну, что за дискотека? Питер Рэббит потанцевал. Да. Так, Лего Ниндзяго два раза. Вот первый. Первый Лего Ниндзяго. И второе. О, реальный Лего Ниндзяго. Стив из Майнкрафта, вот. Во время уроков выключаем телефоны. Телефоны выключаем во время уроков. О, молодец. Желтый фургон. Вот он. Ладно. 5 с минусом. О, ура. Хоть один до пятерку получил. Да, потому что я из матрицы. Да, Маркус. Сегодня сложно будет выбрать лучшего. Так, ну кто же сегодня лучший? Лучшие были Нео, Бен Теннисон и Волк. Ура, опять я лучший, ура! Так, ну что получит нам Нео? Нео, ты как ты первый раз и пятерку заработал. Давай ему светильник вот. Дадим. Светильник и тотем с лазером. О, круто. Спасибо за подарки. Ну, что у нас Бен получит? А Бен Теннисон ты получишь игру Тетрис и красную фургон. Вау, круто. Я буду ездить на фургоне. Не, я дедушке своему отдам. Пусть он ездит. Волк. У него права есть. А Волк, ты как, все равно минус один балл получил. Тебе даю гладиатора, и не только гладиатора. Спасибо. Икс от Эд Ширана и до Гамбо. Спасибо, Базз Лайтер. Буду слушать музыку и смотреть гладиатора. Спасибо, покажу всю эту карамельку сейчас. Так. Карамелька, я иду к тебе. Ну, идем дальше. Кто же был сегодня худшим? Худшие были Аид, Зайчик Питер и Мишка Кока-Кола. Always Coca-Cola. Так вы все отправляетесь на концерт группы Guns N' Roses. Будете слушать эту музыку до утра, всю ночь. Ой, не надо, пощади мои уши. Да, мои ушки тоже. Ну, ничего, нормально, у меня кока-колы хватит. Не буду пить. Все. Не уйду никуда. А, где Базз Лайтер? Кто схватил Базза Лайтера? Я его отправил. Мир мертвых. Следующий раз будет школа Аида. Ждите. О, нет! Аид меня тоже...